Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же можно вместе с вами нам достичь совершенной iOS 13. Итак, о чем же здесь идет речь? Чтобы iOS 13 была одна из лучших систем для iPhone, нужно принять участие в работе потенциальных ошибок через приложение Feedback, которое есть только у тех, кто принимает участие в бета-тестировании iOS для разработчиков и публичной бете. Что это приложение дает, то есть сбор данных об ошибках в системе, в приложениях и в целом. Больше данных от всех пользователей разных моделей iPhone. И прямая связь с разработчиками по iOS 13 и будущих iOS. То есть с нашей помощью оно будет идеальной и как бы самая стабильная iOS, самая производительная, самая, то есть актуальная. И как бы нам от этого будет только лучше. Что нам вообще дает приложение Feedback? То есть, если мы сюда перейдем, мы увидим здесь простые настройки, которые вам нужно будет запаролить, там, спасибо, черновики и тому подобное. Чтобы отправить отзыв, нужно набрать отзыв, iOS, iPad выбираете, что вы тестируете, на чем у вас стоит iOS данные. Выбираете причину ваших ошибок, здесь вписываете все тщательно, так как оно должно быть. Выбираете каждый подпункт, здесь черным, точнее белым по черному написано, темной теме, и как бы здесь все четенько отправляйте. Нужно будет прикреплять какие-то фотографии с багом или видео, отправлять разработчикам. Это займет какое-то время, когда будет сбор данных с вашего устройства, и оно отправится. Но вы на все про все потратите более 5 минут, не более. Вот, то есть ничего сложного в этом нет, просто уделите немножко внимание на это, и все, и мы сами вместе достигнем того, чего раньше в принципе не было. Просто нужно быть активными, помогать разработчикам, отправлять все данные с наших разных устройств, у кого кто сидит на каких, это уже не имеет значения. Главное — суть участия. Принимайте участие, прикладывайте вашу руку к этому, и как бы самим будет приятно, и все будут довольны в целом использованием уже в релизной версии iOS 13. Так давайте же не будем с вами безразличны. Делаем дела, и будет успех.